Наказание за браконьерство сроком до 5 лет лишения свободы и крупным штрафом, или 3 килограмма черной икры и 250 тысяч тенге взяткой на руки продажному начальнику полиции Губайдулину. Браконьеры выбрали взятку, страж порядка Губайдулин тоже, за что и был с поличным задержан Финполом. Не мудрено, что начальник районной полиции вину не признал. Губайдулин, вы видите надписи? Взятка ДБКП раз и желтое свечение на денежных средствах. Видите? Угу. Что вы можете по этому поводу пояснить? Пояснение. Детали этого правонарушения в Казахстане – обычное дело. Полицейский получал взятки за протекцию и бездействие при ловле рыб осетровых пород браконьерами. Сколько времени продолжалось такого рода сотрудничество, сказать сложно. Но похоже, что долго, поскольку в момент задержания полицейскому, видимо, от удивления, стало настолько плохо, что потребовалась госпитализация. Однако, оклемавшись в больнице, при первом удобном случае взяточник улизнул из-под стражи в форточку. Дело в том, что он у нас капался, это до 5 часов утра. 5 часов утра, значит, систему завершаем мы, снимают уколы, все, и он просится в туалет. Прямо в этом же, в этой же комнате у нас находится, прием покой, туалет. Он идет туда, и тут и медсестра была рядом, все, ну и убегает в форточку. Финансовой полиции от комментариев отказались. Нечистому на руку полицейскому грозит тюремное заключение.